Расскажи вот про этого, Серёх, про гнома этого, или как его, вот этот, который, в цирке работал. Я сейчас, в цирке работает, работал карлик, лилипут, лилипут или карлик, какая разница, он работал, ему взяли за пьянку, уволили, что делать, а он бухал, каждый божий день, из бухла его выгнали, он ему нехуй делать, он ходил, в Толсниловку, в пивнушку, где, на халяву мог выпить, Его угощали, за то, что он всегда прикалывался, всегда приколы какие-то выдавал, неестественные, пиздец, а тут приходит, не может ни приколоться, не хочет дозу принять, водочки, с пивком, вроде такой расклад, И он такой, к мужикам подходит, ну что, хочешь выпить, выйди какой-нибудь прикол. Он такой, думает, потом говорит, сейчас выйду на улицу, а как раз была зима, 40 градусов мороз, И он такой в сторонке отошел, от пивнушки, и стоит такой, вроде как замерз, а он на ребенка похож, маленький, и он такой стоит, дрожит, женщина подходит к нему, ты что, ребеночек, стоишь, замерз, замерз, пиздец, ручки, ручки замерзли, я хочу пописать. И она берет, ему шинку растягает, вытаскивает, как охуел, там такая елда, с такими яйцами, и с такой волосной, Она как шарахнула в сторону, они говорят, пойдем, мы тебе сейчас, водочки, и пивка нальем, Вот и все. Да, слушай, можно фильм снять.